Пятая глава, стихи с 8 по 14. Апостола Павла занимает вопрос, как живут дети света. Вообще, еще один образ, который Павлу очень нравится, это образ человека прозревшего, исцелившегося от слепоты. Да, у вас на экране знаменитая фотография изображающий человека, который только что перенес операцию на глаза, пожилая женщина была слепой всю жизнь. И вот первый момент, когда врач снял повязку и показывает, сколько пальцев, человек первый раз в жизни видит, оценивает, так сказать, глазами, то, что существует. Есть чудесный рассказ у Клаева Степлза Льюиса. Это мой любимый писатель христианский. Рассказ о слепом. Робин, человек слепой от рождения, обретает зрение. И вот через три недели после этой операции он спрашивает свою жену и всех окружающих. «Объясните мне, что такое свет?» Но ему говорят, «Ну как объяснишь?» Он говорит, ну вы же все время говорите, вот здесь в комнате мало света, а там много света. Покажите мне свет. Ну свет он везде. Ну как, стол это свет? Нет. А лампочка это свет? Нет. Лампочка, ну как бы просто транслирует свет. И у него не было друзей у этого Робина, потому что у слепого человека вообще мало друзей. А у слепого, который стал зрячим, друзей нет, в принципе. Потому что слепые его уже не принимают, а зрячие еще не принимают. И он тоскует по свету все больше и больше, как наконец, вот он встречается там с художником в такое утро, когда солнечные лучи сквозь туман там пробиваются в глубоком овраге. И вот художник ему показывает: вот он, свет. Вот солнечные лучи. Ну и этот Робин, он же не умеет, так сказать, оценивать опасность зрениями. Поэтому он бросается в эту пропасть и погибает. Но жизнь без света ему кажется невыносимой. Он хочет быть во свете. Христиане это тоже в каком-то смысле слепорожденные люди. И когда мы стали христианами, нам всем только-только провели операцию, дали увидеть свет нас часто тянет назад во тьму. Кстати, вот этот Робин в том рассказе, ну там вообще гениально описана психология слепого человека. Он часто устает от своей зрячести, и он, например, читает книжки по старому Брайлем, ну, потому что можно идти по комнате и читать пальцами. Он иногда пытается быть снова слепым. И нас часто тянет назад во тьму. Мы ходим неуверенно, еще не знаем, как и что выглядит в духовном мире. Поэтому Писание призывает нас учиться ходить во свете. Опять же, вот это слово, одно из ключевых для Павла. Поступайте, учитесь ходить как чада света, как дети света. Давайте прочитаем этот фрагмент. С 8 по 14 стихи 5 главы. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. По всему сказано. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, Писание призывает нас учиться ходить во свете. И прежде чем мы об этом будем говорить, нам нужно выяснить, что есть с точки зрения Писания свет и что есть тьма. Это два образа, очень часто встречающиеся на страницах Писания. Ну, во-первых, что Писание называет тьмой. А, тьма в Писании чаще всего означает грех, греховную жизнь. В книге пророка Исаии сказано, «Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые стену, и как без глаз ходим ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерке, между живыми, как мертвые. И Иоанн вторит Е, вот пророку Исаии. потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Не обращаются люди, потому что живут в грехе, и это называется тьмой или слепотой. Но есть и второе объяснение образа тьмы. Тьма в Писании означает вечную гибель. В Евангелии от Матфея Христос говорит в притче, «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав же сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Вечная гибель, то есть тьма внешняя, Вероятно, это место вообще вне пределов нашего трехмерного пространства. Там будет место эмоциональных страданий, плач, там будет место физических мучений, скрежет зубов. Таким образом, тьма обозначает вечную погибель и грех одновременно. Ну а э, что же связывает Писание с образом света? Писание свет означает прежде всего Иисуса Христа. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Светом называется Бог. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И отчасти светом называются верующие в Иисуса Христа. Вы свет мира не может укрыться город, стоящий наверху горы. И вот, зная теперь значение этих образов, тьма — это грех и вечная погибель, а свет — это Бог, Иисус Христос, и верующий в Иисуса Христа, мы должны теперь вернуться к нашему фрагменту в послании к Ефесянам и узнать, как ходить во свете. Апостол Павел здесь предоставляет нам инструкцию, состоящую из трех правил хождения во свете. Как должен вести себя человек, внезапно прозревший. Правило первое. Подражайте тому, кто не был слепым. Восьмой и девятый стих призывает нас подражать Богу. Поступайте, как чадо света. А кто такой чадо света, то есть ребенок света? Если ребенок тьмы – это тот, кто родился слепым – Ребенок света – это тот, кто с детства был зрячим, то есть никогда не был слепым. А безгрешен в этом мире только Бог. Поэтому поступайте как чада света, ну и отчасти это дети Божьи. Но именно Бог служит для нас идеальным примером. Далее Павел в 9 стихе, посмотрите, пишет. Потому что плод Духа состоит во всякой праведности, благости, праведности и истине. Плод Духа Святого. Вот Дух Святой, образец для нашего, так сказать, хождения. Плод ⁇ это результат. И результат подражания Богу ⁇ это добро, праведность и истина. Во-первых, Павел говорит, подражай Божьему добру. Благость ⁇ это старое славянское слово, означающее доброту, доброжелательность. Всегда ищите добра и друг другу, и всем. Павел пишет в послании к фессалоникийцам. Эм, благость – это плод Духа Святого. И в Галатам 5 главе, в 22 стихе об этом также сказано. Бог всегда видит нас как людей. Бог изначально добр к нам. И мы должны подражать Богу в этой доброте. К сожалению, мы часто людей-то видим ну, в каком-то извращенном свете. Один мой друг рассказывал, они ехали с женой на автомобиле и встретились с сумасшедшим алкоголиком. Ну, видно, он что-то с друзьями выпил такое. Ну, причем не просто самогон, а видно какую-то техническую жидкость, которая полностью его сознание изменила. Он стоял на дороге и голосовал. Дело было в лесу, то есть за городом далеко. Они его подобрали, и он стал рассказывать. Он говорит, мы с друзьями вот там на поляне выпили. И вдруг я, говорит, смотрю, а друзья-то у меня в елочки стали превращаться. Ну, я так как-то думаю, надо же их срубить, а то что же они тут останутся. Ну, я их и срубил, и показывает окровавленный а топор. Я, кстати, сам бы не понял, вообще фантасмагорическая какая-то ситуация. Ты едешь в машине, тут человек, от него пахнет перегаром, у него окровавленный топор. И он говорит, и что ты и вы, я смотрю, в елочки то превращаетесь пост постепенно. Друг мой, вот, жена его как бы подтвердила, да, был такой. Еле доехали до поста ГАИ. Он говорит, нас как бы спасло то, что машина у нас красного цвета, а красный цвет у него почему-то ассоциировался с чем-то таким. С представительством власти. Он сказал: Вас, наверное, послали за мной специально. что брат сказал, да-да, послали. Сейчас мы тебя сдадим куда нужно. Доехали до поста ГАИ и сдали его. Но э, я почему-то тоже сразу вспомнил, когда Христос исцелял там слепого, и Он говорил: вижу людей, как деревья. Не до конца <laughs> исцелился. Мы часто видим людей, как деревья. То есть грех, он, наша способность видеть, искажает. Люди для нас некий материал, из которого что-то можно сделать, который можно срубить, если нам не по нраву это. Но Павел говорит: нет, как чадо света, как исцеленные, подражайте Богу в добре. Бог всегда видит вас, не как деревья а как людей. Подражайте праведности Божьей, далее говорит. Плод состоит во всякой праведности. Некоторые соглашаются с христианской моралью, но говорят, ну при чем здесь как бы вера в Христа, при чем здесь Дух Святой? Надо просто жить так, как учил Христос. В свое время Толстой поставил такой эксперимент. Он хотел жить по заповедям Христа без самого Христа. Если вы читали пересказ Евангелия в изложении Льва Толстого, то с его точки зрения Евангелие заканчивается смертью и погребением Христа. Там нет воскресения. То есть Толстому это было неважно. И мы видим, что этот эксперимент ни к чему не привел. Потому что э, жить праведной жизнью, иметь праведность, не будучи соединенными с Духом Святым, это не получится. Это все равно, что елку новогоднюю украшать яблоками. Ну да, можно яблоки, конечно, понавесить. Можно и медведя научить зажигать спички. Можно научить человека делать какие-то поступки, воспитать его. Но праведностью это не будет. Это плод Духа состоит в праведности. Только через Духа Святого, через Иисуса Христа проявляется настоящая праведность. «Поступайте поистине», — говорит Павел. «Хотите подражать Богу?» Поступайте по истине. Это третий плод Духа Святого. Истина. Только верующий человек может взять Слово Божье и веровать тому, что это беспрекословная истина, и поступать по ней. Человек неверующий всегда будет к Слову Божьему, к истине Божьей относиться, ну как-то так, как сквозь пальцы, да? Что-то будет принимать, что-то не принимать. Но вы теперь прозрели. Вся истина должна быть понята и принята вами, говорит апостол. Подражайте тому, кто не был слепым, подражайте Богу. И далее Павел говорит, поэтому приобретай в этом свой собственный опыт. Десятый стих, взгляните в него. Испытывайте что благоугодно Богу. Испытывай, проверяй. Человек, который был слепым и прозрел. Знаете, он еще не умеет определять настроение собеседника по выражению лица. Это вот одно из таких вот вещей. То есть он раньше же не знал, как это улыбаться. Ну, то есть он мог только на ощупь или на слух определять настроение собеседника. Но он должен набираться опыта. Он теперь должен видеть, что благоугодно Богу. И Павел здесь говорит, испытывайте, что благоугодно Богу. Пытайтесь сделать то, что Богу нравится. Это очень, кстати, интересное слово, благоугодно, оно на русский хорошо переведено. Это не просто, что угодно Богу, а что благоугодно. В чем разница между угодным и благоугодным? Угодно – это то, чего хочется – а благо угодно это то, что еще и полезно. Например, мне угодно много есть. Я люблю покушать. Но жена знает, что это не благо угодно, да, моя. Поэтому она старается построить меню так, чтобы не набирать там лишнего веса. Когда мы поступаем благоугодно по отношению к Богу, мы делаем не просто то, что ему приятно, но то, что полезно для его царства. Научись делать то, что ты обычно делаешь для Бога, и делай это для людей, как для Господа. То есть очень хорошо. Быть благоугодным значит быть лучшим в любом своем деле. Стань лучшим работником для пользы Царства Божьего. Стань лучшим соседом, о котором скажут вот там сосед такой хороший у меня. Стань самым приятным собеседником. Стань самым щедрым другом. Стань самым лучшим учеником и так далее. Полюби свое дело так, чтобы приносить славу делу Божьему. И тогда, конечно, ничто тебе не будет страшно в этом мире. Ты научишься ходить, как ходит Бог. Освальд Тярк, известный баптистский богослов, Рассказывал историю про одного рабочего, который увлекся астрономией. На свои сбережения купил телескоп, книги, и жена увлеклась тоже астрономией. И они очень часто по вечерам смотрели вместе на звезды. И это рассматривание привело их к Богу, они стали верующими. А -а -а. И когда умерла жена, муж написал на ее могиле. Они уже были пожилыми. Поразительная эпитафия. Мы слишком любили звезды, чтобы бояться ночи. Мы слишком любили звезды. Павел призывает нас возлюбить свет и не бояться больше тьмы. Это первое правило. Подражайте тому, кто не был слепым. Правило второе. Не миритесь со слепотой. Никогда не миритесь со слепотой. В 11 стихе и вплоть до 13 апостол Павел пишет, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Что подразумевает здесь апостол Павел? Не становись вновь слепым, не участвуй в грехе не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Пусть у тебя ничего общего с грехом не будет, но и обличайте. Когда ты обличаешь грех, тебе самому становится сложнее грешить. Ну, если совесть, конечно, есть. Поэтому христиане все-таки должны обличать грех. Это очень непопулярное сегодня учение. Ну, мы все Заражены вирусом политкорректности. Это, с одной стороны. Но есть, конечно, и другая э, другая крайность, извините. Многие христиане живут постоянно обличая кого-то, постоянно осуждая, кого-то одергивая. Здесь есть, конечно. Эм, здесь должен быть, вернее, конечно, баланс. Вот Писание очень хорошо говорит нам о том как мы должны обличать. Во-первых, вот первый шаг, который мы должны сделать, если видим, что наш брат или сестра согрешает и ну, не понимает, что он согрешает. Потому что если человек грешит и видит, что он грешит, ну, то есть он борется с грехом, тут и обличения это не нужны. Тут нужно обнять его и сказать, братец золотка, давай будем молиться вместе тобой. Но вот человек, допустим, грешит и не понимает, что он грешит. Тогда апостол Иоанн в пятой э, главе первого послания своего, в 16 стихе, говорит, пусть молится. Начните с молитвы, не начинайте сразу с одергиваний и так далее. Начните молиться. Дальше в Евангелии от Матфея Христос говорит, пойди и обличи его между тобой и им одним. Это второй шаг, если человек не покаялся и вот вы видите, что молитва не принесла должного результата, пойдите и наедине обличите его, расскажите ему о, о его грехе, как Нафан обличал Давида, расскажите о последствиях греха. Ни в коем случае не выставляйте себя ментором, человеком, который умнее, духовнее и всячески там праведнее. Обличайте с такой позиции, ну как Павел говорит в послании к Галатам со смирением обличайте, да, в пятой главе. Если впадает человек в какое-то согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой. Если человек не внимает вашим обличением, Христос советует в Евангелии от Матфея, возьми двух или трех свидетелей. Мы очень часто пропускаем этот шаг и сразу на церковный совет... Ну, сразу стучим пастору. <laughs> вот. На самом деле нет. Надо попытаться при двух или трех свидетелях обличить. Если он не кается, он продолжает грешить, упорствует в своем грехе, тогда нужно пойти на следующий этап. Написано, скажи церкви. К сожалению, в евангельских церквах этот шаг вообще пропускается. Но если человек согрешил и даже покаялся, у нас тоже есть несколько крайностей. Его часто сразу отлучают. Все равно, <laughs>, чтобы другим неповадно было. А... И уж, конечно, почти никто не рассказывает церкви. Как Христос здесь говорит. Скажи церкви, но не за тем, чтобы отлучить. Зачем нужно сказать церкви? Чтобы церковь обличила его. Один мой знакомый пастор рассказывал. В довольно крупной церкви. У них был брат, который впал в грех и никак не хотел этот грех оставить. Его обличили наедине, о нем молились долго, его обличили при двух или трех свидетелях, и он все равно не оставлял свой грех. И тогда пастор сказал, мы решили сделать так, как заповедует Христос. Мы пока не отлучали его, но мы объявили в церкви, что наш брат такой-то, такой-то. С прискорбием мы должны сообщить. Что он живет в грехе, вот в таком-то и таком-то. Но он наш брат, и мы должны ему помочь. Потому что цель обличения это не сказать, а там, ты какой смотри, мы тебя не любим. Фу, уйди отсюда. Там, значит, нет, цель обличения вернуть брата. И они сказали церкви. И поразительно, вот этот пастор, брат свидетельствует, через ну, через день, уже буквально во вторник, в воскресенье церкви объявили об этом грехе. И во вторник этот брат позвонил пастору и сказал, я хочу покаяться, приедьте ко мне. Ну и, и он покаялся. Он говорит, потому что за понедельник я получил более 500 звонков телефонных. Члены церкви звонили мне и говорили, как они любят меня, как я дорог им, и они увещевали меня оставить грех. Я раскаялся. Вот что значит обличать. И, конечно, если он и церкви написано не послушай, тогда будет тебе, как язычник и мытырь. И здесь дело ведь не в том, что вы в церковном там журнале записали, отлучен. Все, фу, уйди. Нет. Опять же цель отлучения даже такого, да, формального церковного отлучения, цель не показать, что ты плохой, а цель вернуть тебя. Да, есть какая-то второстепенная цель, чтобы он своим, так сказать, лжеучением не заквасил и все тесто, но будет тебе как язычник, то есть у вас разные богослужения, мытырь, человек, которому не доверяют уже больше. Обличайте. Почему необходимо это делать? Апостол Павел а, объясняет, что необходимо обличать, потому что дела тьмы бесплодны, они ничего хорошего не принесут. И если ты не обличаешь или сам участвуешь в делах тьмы, тогда ни к чему хорошему это не приведет. Один брат рассказывал, он ехал в поезде, и там пьяная компания все пела там эту «Я душу дьяволу продам там за ночь с тобой». Вот эту арию Квазимода там и, это, и так далее. Ну, брат сидел, сидел, слушал это. И тогда, говорит, во все горло, как за ору, говорит, я там песню «Ручьем святая кровь течет в омытии грехов на весь вагон». Все говорят, ты что там, ты вообще... С ума, что ли, сошел он тут? Он говорит, а что, вам можно сатану-то прославлять, значит? А мне нельзя Христа. Ну, наивный немного, конечно, поступок, но на мой взгляд, это очень важно. Ну, он свидетельствует о состоянии сердца, брата, о неравнодушном отношении к греху. Дела тьмы бесплодны. Дела тьмы безобразны. Если человек живет во тьме, он становится безобразным. Ему же все равно, как он выглядит. Представьте себе, что человек э -э, заблудился в шахте и долгое время там блуждает и не видит выхода. И он э -э, что там может найти в этой шахте? Ну, можно выжить там, наверное, в лабиринте. Вода есть, там грязные лужи какие-нибудь. Летучих мышей можно ловить, какие-нибудь грибы там бледные, поганки. То есть, в принципе, выжить, наверное, можно. Но это безобразная, недостойная жизнь. И если ты увидел свет и вышел на свободу, глупо возвращаться опять во тьму. Дела тьмы однажды обнаружатся. Павел говорит об этом. Все это обнаружится. Все обнаруживаемое делается явным от света. Господь однажды все это обнаружит, и будет очень стыдно. Некоторым кажется, что тьма все покроет. Ничего подобного. Два мальчика жили, один был слепой, другой зрячий. Ну, они были братьями. И им однажды подарили кисть винограда, и они договорились, давай будем по одной виноградине по очереди есть. И вот они едят, значит, виноград, съели весь. И слепой мальчик говорит своему брату, ты же меня обманул. Ты ел по три виноградины вместо одной. Он говорит, а как ты догадался? Ты же слепой. Он говорит, а просто я же ел по две, и ты молчал. Все обнаруживается. Поэтому лучше обличить, чем сделать так, чтобы дела потом эти были обнаружены потом на суде, при всех. Вообще будет стыдно. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv Ну и наконец третье правило человека, который учится ходить во свете. Правило третье. Заведи Божий будильник, так его можно назвать. 14 стих об этом говорит Посему сказано: Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Здесь явно Павел перефразирует слова пророка Исаии: Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою высияет Господь, и слава его явится над тобою. Кто такой спящий? Спящий это тот, кто на время снова стал невзря, незрячим. Как девица, которая умерла, и который Христос сказал, ты куми? Как ученики в Гевсимании, которые уснули от огорчения? Как девы неразумные, которые уснули? ожидая жениха. И Господь говорит, встань спящий, постоянно бодрствуй, не засыпай, если ты прозрел. Слушай этот Божий будильник. Ни в коем случае не засыпай. Если ты уснул, то проснись. Если ты мертв, то воскресни. Бог говорит Лазарю, Лазарь, иди вон, и мертвый воскресает. Ну, потому что услышал голос Божий. И ты слушай голос Божий. Если ты сбился с пути, проси Христа осветить тебе путь, Он осветит тебя. Я читал про пожар в Эдинбурге, в Шотландии. Там было что-то похожее на то, что произошло недавно в Перми вот начался пожар в одном клубе тоже, и люди побежали к выходу, и они могли бы выйти, если бы не были обмануты клубами дыма. Дверь открыли, и воздух стал вот эти клубы дыма загонять вовнутрь здания. Поэтому они повернули, им показалось, что ну, они здесь не пройдут. Здесь дым и огонь. А на самом деле надо было просто, конечно, намочить майку там, и через дым этот прорваться туда. Поэтому они побежали в другое помещение и там задохнулись. Они даже не сгорели, а просто задохнулись от нехватки кислорода. И иногда вот этот вот дым грехов наших, он заслоняет от нас выход. Но Павел говорит, Христос осветит вас. Идите за ним. Ходите, как дети света. Подражайте Богу. Ненавидьте тьму. Просите Христа указать вам на ошибки. Попросите Христа вывести вас. Таким образом вы научитесь ходить, как чадо свет. Да благословит вас в этом Бог. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.